Прогулка под музыку собственного воспроизводства. Пока одни осваивают стандартные инструменты, другие используют для создания бита и ритма свой рот. Целый набор звуков от одного человека. Дмитрий – битбоксер. Он умеет создавать шоу без ударных установок. Для меня битбокс – это, прежде всего, жизнь, ритм в голове. И без него я что-то сейчас уже как-то могу без музыки ходить. Битбокс для меня все. В свои 17 лет Дмитрий уже стал участником многих битбокс-баттлов. Он выступал на одной сцене с Noize MC и занял второе место на крупном фестивале молодежной культуры «Сникерс Урбания». Это сейчас битбокс для него жизнь, а начиналось все около 2 лет назад как простое увлечение, которое привез с моря друг. В поездке просто со мной был один мальчик, который постоянно делал какой-то простой бит, типа там... Вот. А мне это очень понравилось все, и я начал это все повторять, повторял. Повторение – один из главных принципов обучения. Заниматься битбоксом может каждый. В глобальной сети много видеоуроков, по которым можно выучить основы. Говорите букву «Б». Б. Б. Боря. Боря. Борис. Борька. Б. А вот основание, когда начинается слово это, как бы губами происходит такое движение. Б. Б. Давите себя букву «Б». Б. Б. Вот. А далее, собственно, импровизация, терпение и усердие. Но трудно перебороть стеснение и не остановиться при первых неудачах. Очень трудно, тяжело. Это бывает часто надоедает. Вот это бывает. Часто надоедает, и поэтому все, бросить охота. А потом 2 дня пройдет и опять. Просто чисто посуду мой, там, я не знаю, сидя ВКонтакте в том же самом. Приходит там самой ритм, приходит в голову и все. Ритм в голове, битбокс в крови. Для них как наркотик. Для тех, кто хочет овладеть своей артикуляцией, Дмитрий открыл битбокс-школу. Но здание, в котором она находилась, сгорело. А сами битбоксеры считают, что репетировать можно везде, даже на улице. Я так всегда делаю, в автобусе где. На меня бывает странно смотрят, бывает с удивлением смотрят, бывает там угорают. Бывает по-всякому. Бывает там, что это такое, спрашивают. Есть головой бас, а есть можно просто пением заменять. Головой бас, то есть... Что-нибудь такое? А с пением есть? Ну, что-нибудь типа там... Нужно уметь. Чек, майк, фум. В Саратове битбокс появился недавно, и пока эта культура здесь не сильно развита. Прохожие удивленно смотрят и не понимают, что делают эти ребята. Во всем же мире это уже не считается пародией на музыку. Битбокс – пятый самостоятельный элемент хип-хоп-культуры. Лучше, чем музыка. Это лучше, чем музыка.